Ты записываешь? Если вы меня слышите, тогда я скажу, куда идти, вы скажите «да». Точка. Ты нажми на «да», а не напиши. Ты записываешь это? Тебя вдаль стрельни. Да куда ты? Я надеюсь, что вы два минуты. Давно записали. А-два. Это очень... Да, хорошо, так идите за Севой. Все вам в жопу. Я выкинул 9. Я его выкинул. Я его посеял. Че, реально посеял? Зад. Я его посеял. А нет, вот оно. Вот оно лежит на центре. Да, одну выиграли, одну просрали. Это одна колесо. А главное, просрали по тупину. Из-за Ваника. Он даже сейчас не хочет ничего говорить, понимаешь? Он обиделся. Таймыр, блядь. У меня живот заболел. У меня живот заболел. Мы заложили бомбу в точку Б. Блядь, ты хоть скажешь, что ты заминировал? Ёбаный в рот, таймыр. Ладно, здесь посижу. А Влад затащит? Нет! Зад! Зад! Куда? Дай мне бэху. Они обезвредили бомбу. Биби, блядь. Биби. Да не биби. На. Пошли. Давай, давай! Не отдаётся! Потому что ствол прыгнул. Б или А? Ну, идём за Владом. Он спать не будет. Илья, бей лево сюда. Блин, жоп. Красавчик, ты победил Блэк Литтл. А ещё 4 раунда слабо только тащить, а? Давай, Б. Ты мы же рыбы собаки. Давай, давай! Да, бомбу что взять. А гол на центр, слышишь? Вон сам один на Б пойдет. Ой, это поджимла. Ух ты, они. А что слышишь? Ты ее видел картину? Они пошли на Б. И на длине двое. Ты иди на через центр. Блин. Ой, блядь, иди через центр. Быстрее, я отвлекаю. Один на Б. Убивай на Бшного, который. Все, иди на Б. Сам ты иди на Б. На длине еще один. Длиня Луиджи и... Мы заложили бомбу в точке Б. Студент, девчоночку вот просрал и трахнул ты ее. Вот Вадя, ну вот такую вот. Мама. Хоть бы они сейчас пошли через свою базу. Победил Блэклист. Да еще, блядь. Давай, давай! Блин. Иди через Б. Владик, иди на центр. В доме тебя есть, блядь, наверху. Я знаю, откуда идти. Так, теперь в доме тебя есть один. И... О! Владик, сука, будешь сейчас сливаться? Ну, бомб будет. А где этот студент? Это он был, наверное, так понимаю? На бейте. Да я его ранил. А, ты на нас стреляешься? Я вообще не стреляю. У меня. Миссия вышла. Тащим на победу. Победил Блэклист. Ну на тебе хищник эти 9. Так. Двинули. Дай защиту. Защиту дать? Блять, ты же купил себе бронь. СПС. Да не за что. Да что ты ему дал? Я ничего ему не дал, он бронь купил себе. Спасибо. Да
я стрелять? Заходи на быстро. Это не я стрелял. У хищника другой звук. Да это я понял, что это Владик. Владик твой фифу не слышит. Давай ты можешь. Мы заложили бомбу в точку А. Ты сам воин. 29 хп снял. Победил Блэклист. Прыжки звук. Ух ты, он говорит. Я в шоке. Звезда внутрь. Пошли бы. Только я в чем хуй, потому что... Иди первый. Все, идите, бэ. Опять нас посылаешь. Минус 37. Хорош. Мы заложили бомбу. Вот, купи себе минерку. Хорош! Победил Блэклист. Дальше тащить пидарашу. Мы сейчас затащим. Ну что, понеслась? Мы затащили, и то. Фиг знает как. Не, ну мы играем 2 на 2, заметим. Давай думать объективно. 1-5. Ну ладно, 2 на 1. Ого! Я убил. Не идите, не идите, не идите на. Иди всё. На Б, на Б, на Б, на Б. На Б! Ты тупой! Владик, на Б! Шли на Б. Шли на Б. Патронов-то мало прибыло. Ты куда пошёл, эй? На Б, правильно. Да, через мост! Да похуй, там снайпер стоит, ты чё, долбанутый? Ох. Или, если ты сейчас сомнёшься, ты будешь лохом. Да я тут буду стоять. Блин, я слабоним легкую. Мы заложили бомбу в точку Б. Решаю еще раунд, погоди. Здесь у нас Влад целую игру вообще не говорит ни инфы, ничего. Влад куда-то в жопу смотрит. У Влада, короче. Тяни время. Он за ящиком таким большим. Как? Лох ты ебаный! Я ему ничего не снял. Ладно, хотя бы ничем, мы могли вообще просрать. Они обе...